Уважаемые зрители, просьба присаживаться поудобнее, и приятного вам просмотра. Роза Сибитова откровенно призналась подписчикам, что пару раз использовала ресурс программы «Давай поженимся» в собственных интересах. Сваха, задачей которой является устройство личной жизни незамужних девушек, несколько раз прикарманила приглянувшихся потенциальных женихов. Телеведущая созналась, что такое за время ее карьеры случалось дважды. Откровениями знаменитость поделилась со своими подписчиками в Instagram-историях. Впрочем, оба романа со временем разрушились. Так что сейчас 58-летняя Сибитова находится в поисках единственного и неповторимого. Стоит отметить, что одна из интрижек на работе переросла в очень серьезное отношение. Так, в 2008 году на передачу пришел импозантный мужчина по имени Юрий. После съемок он взял номер телефона у Розы. Роман получился бурным, и Сибитова вышла замуж за бывшего участника. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, и всего вам доброго.